На Волжском водоканале завершился очередной этап программы модернизации производственных мощностей. На насосной станции, снабжающей питьевой водой поселок Краснооктябрьский, установлены два современных агрегата, которые позволяют обеспечить бесперебойное водоснабжение и свести к минимуму количество аварий. Эти два новых современных немецких насоса полностью снимут проблему обеспечения водой жителей поселка Краснооктябрьский. Раньше напор воды здесь был неравномерный. Ночью больше, а днем, когда расход максимальный, в некоторых домах вода текла тонкой струйкой. Новое оборудование, смонтированное на насосной станции Волжского водоканала буквально несколько дней назад, позволит организовать бесперебойное водоснабжение краснооктябрьцев. Запустили два немецких насоса фирмы «Вилла». Это энергосберегающее оборудование с частотным преобразователем, вот, который при любых вариантов экономит электроэнергию. И в данном случае это решило вопрос обеспечения постоянного давления на поселок Краснооктябрьский. Новое оборудование мощнее и экономичнее прежнего. Эти насосы экономят по 200 кВт электроэнергии в час. В результате, подсчитали на водоканале, затраты предприятия сократятся на 6 миллионов рублей в год, которые будут направлены на замену ветхих инженерных коммуникаций. И это очень важно в целом для города. Сегодня очень насущная проблема снижения затрат. А учитывая то, что нам необходимо больше таких насосов ставить и больше менять сети, переходя на более качественный материал, современный, это очень актуально. Поэтому я думаю, что мы продолжим дальше данную работу и достигнем результата. В ближайшее время новый гидроагрегат появится еще на одной насосной станции. Сегодня почти все эти объекты Волжского водоканала снабжены энергосберегающим оборудованием. Модернизация производственных мощностей, которая ведется на предприятии последние десятилетия, сократила аварийность в системе водоснабжения города почти в два раза.